чем доходы примерно 50 миллионов наемных работников, занятых в экономике. Источник справедливости мы установили, а он же и источником бедности является, и недовольства. А теперь давайте посмотрим, а какая структура распределения является желательной. Она вот на этом слайде изображена. 35-40% это налоги, 35-40% или удвоение идет фонд оплаты труда в экономике, и оставшиеся 20-25% прибыль. Что мы в результате получим? Зарплата наемных работников удваивается, доходы растут, бедность уменьшается, стимулируется рост экономики, общество консолидируется. Как достичь теперь желаемой структуры? Не срабатывает. Вот. Нужно совершить три действия. Все очень просто. Размер прибыли принимается законодательное решение. Размер прибыли на предприятии не должен превышать фонд оплаты труда. Второе действие. Заработная плата сотрудников экономики и бюджетной сферы должны быть сбалансированы. И третье, вишенка уже на торте, соотношение доходов на каждом предприятии 10% высокооплачиваемых сотрудников не должны превышать доходы 10% низкооплачиваемых более чем 3,5 раза. Что получим в результате? В высокоприбыльных отраслях произойдет снижение прибыли, а соответственно снижение цен и их стабилизация. В низкорентабельных отраслях повышение прибыли и увеличение фонда оплаты труда. То есть произойдет переток капитала из высокоприбыльных в низкоприбыльные отрасли. Ценообразование, обращаю внимание, на внутреннем рынке становится независимым от мировых цен. Стимулируется экспортный инновационный потенциал. Следующее. Нас устраивает сегодня наша налоговая система? Наверное, вы скажете, что нет. Почему не устраивает? Существующая налоговая система, объектом налогообложения является результаты труда. Заработная плата, прибыль, добавленная стоимость. Мы платим НДФЛ, соответственно, налог на прибыль и НДС. Мы предлагаем сменить объект налогообложения, и объектом налогообложения должны быть ресурсы. Минеральные ресурсы, это рентные платежи, финансовые ресурсы, это комиссия от финансовых транзакций. Предметы роскоши, это налог на роскошь. Преимущества какие? Простое администрирование, прозрачность, обнуление теневой экономики, снижение коррупции. Структура налоговых поступлений примерно будет она выглядеть вот следующим образом. И вывод какой напрашивается? Ресурсная налоговая система раскрывает потенциал развития экономики, консолидирует деловое сообщество и государство, вырабатывает в обществе стандарты умеренного потребления, что очень и очень важно во всех отношениях. Следующее. Что произойдет с ценами и инфляцией? Вот этот слайд наглядно показывает, я его не буду расшифровывать из-за не менее времени, что в справедливо-центричной экономике причины для роста цен и инфляции отсутствует. Следующее. Значит, как избавиться от родового проклятия капитализма и вообще рыночной экономики? А это родовое проклятие заключается в противоречии между трудом и капиталом. И он решается следующим образом. Вводится институт трудовой собственности. Наемный работник превращается в совладельца, соперник в сотрудника. Что мы имеем в результате? Исчезает отчужденность работника от собственности и результата труда. Соперничество между собственниками и наемными работниками превращается в сотрудничество. Раскрывается творческий потенциал сотрудников, повышается эффективность производства. Ну и эта трансформация происходит на следующем слайде, она показана как более детально. Для того, чтобы постоянно оборот той собственности, которая находится в распоряжении сотрудников, постоянно обновлялся, и этим достигается, что трудовая собственность неотделима от субъекта трудовой деятельности, она не выходит за пределы трудового коллектива. Какой вывод напрашивается у нас? Предложенная модель экономики отвечает высшему принципу солидарного общества неуравнительной справедливости, а значит ее можно назвать справедливо-центричной экономикой солидарного общества. И в заключение, или в завершение, в чем отличие экономической модели солидарного общества от существующих рыночной капиталистической, плановой социалистической? Ну, я сказал о собственности, уже вводится трудовая собственность, наемный труд в ней исчезает, цель капиталистической экономики известна является прибыль, плановая является сильное государство,
Справедливо-центричная цель – гармония экономических отношений. Меняются этические принципы. Если для рыночной экономики они являются конкуренцией соперничества, для плановой – равенство. Ну, равенство – это своеобразная ловушка для нас была. Если, по-моему, Петр Аркадьевич Столыпин такую формулу приводил. Если взять 10 человек трудолюбивых, 10 лентяев, их соединить вместе и сказать, мы добиваемся равенства, то в результате равенства мы получим 20 лентяев, в конце концов. Значит, и если меняются этические принципы солидарной экономики, это справедливость, сотрудничество, солидарность. Дорогие друзья, если меняются этические принципы, что происходит? Смена общественно-экономического уклада. Вот итог. Итог. Планомерно, поэтапно и последовательно внедряя новую справедливо-центричную экономическую модель Российской Федерации, представляется возможным в течение короткого исторического периода снизить ненасильственным мирным способом общественно-экономический строй в стране и перейти от капитализма к солидарному обществу, солидаризма. Тройственное рукопожатие, которое вы видите, это символ справедливо-центричной экономики солидарного общества. Ну и что мне хочется сказать в заключение? Я бы сказал, что должен Московский экономический форум должен торжественно провозгласить, что нынешнее поколение российских людей будет жить при солидаризме, где царят справедливость, гармония и целесообразность. Спасибо большое.